dire team ban. Five seconds remaining. Reserve time. The green team's banning someone now. Харк не очень, друзья, да. Привет, чуваки. Доброго времени суток всем, да, дорогие друзья. У меня тут небольшой гребешок, но ничего страшного. На фоне моего гребешка твой гребешок не гребешок. Хорошо, ладно, друзья, мы начинаем смотреть последний день групповой стадии Dream League. Турнир достаточно неплохой. Да, у нас сегодня три игры целых. И все три игры с участием команды Alliance. Это Alliance Liquid, Alliance Na'Vi и Alliance Evil Geniuses. Ну, если вот матч Альянс и ЕГЭ там все более-менее понятно, вот с Ликвидами мне будет интересно посмотреть. Тем более посмотри, какая ситуация у нас по очкам в турнирной таблице. Мы видим, что у Альянсов дела идут не то что плохо, но у них еще три игры. И все три игры мы сегодня с вами увидим, естественно. Следовательно, у них есть шанс очень неплохой вырваться вперед, если они, правда, все три проиграют. Вот это будет нежданчик, если они реально сейчас просто... сделать сосалити. Шведскую машину. Да, да, да. Трипл сосалити. Да, трипл сосалити. Прикинь, просто слить три игры, и потом начинаются там какие-то стыки и прочая фигня, потому что у ВП тоже 12 очков. Прикинь, какой новый пост от ВП. На уровне Альянс. Просто, короче, завяз, выровнялись. Сейчас стопами европейцы. Сейчас просто нам опять начнут рассказывать. Какашки посыпятся. Так, сверху прям. Извините, дорогие горы, команда Virtus.pro вырвалась очень. Там вот стоит Вилат кулаком машет, простите, пожалуйста. Накипело, короче, у Гэдханта, скажем так, вот от частого пригорания. Вот там огнево, просто огнево. Ладно, ныряем в лобби, посмотрим, что там у нас происходит. Здесь у нас Тимберсо и Визидж у Liquid. Трайхарды. Вот реально, как только я вижу визажа, это понятно, что есть какой-то плотный задрот, вот, который сейчас будет показывать скилл. Ну, если это не так, то тогда обычно игра проигрывается. Если... Фурион. Ну, это дефолт. Но вчера такая мне понравилась игра от Фнатиков. Вот, вот это было как раз... позавчера, да? Вчера у меня был выходной. Я вообще без понимаю. У меня дни перемешались. Позавчера. Как быстро, ну, Тейл с Эрой объяснили, что вот этот вот прилет на лайн и типа начинается спидпуш не работает, когда вот это залетает подача с ноги и сбитый с аганимом в таверну сразу на 50 секунд. Бульдог понял, что спидпушить против Виспа и Тини не получается. Ну там да, там вообще не вариант. Даже с БКБ. Там хоть с 6 слотами, мне кажется, вряд ли. Ему очень получится. Быстро объясняли, что типа дело пойдет не так. И Фнатики выиграли. Сначала Фурион, да Бульдога, Вайн пошел. Почему отдают топ героев? Да потому что вот этими ветками по барабану сколько народу косить. И там такой шур-шур. А он собрал Дегидаус, Манта Стайл, Тревела и еще что-то. Ему было вообще по барабану. У него крит 1300 и... Ну, то есть, если он по кому-то он залетал, то этот кто-то обычно уже ласты склеивал. Ну, обычно, да. Ты там же еще теперь висп качает оверчарж всегда. Ну, нет, естественно, нет, то есть он наваливает тизер. Очень сильно. Да, да, и типа он быстренько так оп-оп-оп-оп-оп. Просто пока по бревну в каждую руку и так. Знаешь, наваливает. Идеальный парщик в бане. Набил ветвями, и все в порядке. Да. Так, ну и Crystal Maiden появилась у нас у команды Alliance. Я хочу в чатик ворваться. Герой, опять же, достаточно дефолтный, ты пока врывайся в чатик. Я пока еще пообсуждаю то, что всем людям и так понятно, нормально. Повангую. Да-да-да. ЦМ-ка. Не, ну ЦМ-ка она и так уже стала достаточно частым гостем, я не думаю, что что-то изменится. Собираю лавры, тут как раз 2 минуты дилея. Так. Что у нас здесь? Что у нас, кстати, здесь? Баны любопытные. Вот тот Liquid просто банят самых противных, скажем, героев. У них нету пока что вот этих дефолтных всяких там бетрайдеров и прочей чуши. Они понимают, что лайфстиллер герой сам по себе очень противный. Вот мы, например, тоже, когда там играем на том же КПИшном чемпе, первый бан всегда лайфстиллер, потому что по-любому есть какой-то задрач, который умеет нажимать одну кнопку и клацать райт-кликом.
обычно, да, его убирают. Особенно если это какой-то грамотный чувак, то проблемы вдвойне, скажем так, увеличиваются. Ладно, там у нас что? Отправился в бан Лич. И кого еще С4 предпочтет не видеть в этой игре больше? 5 seconds remaining. Ну что, саппортов они уже перебанили достаточно. Фурион. Наверное, кого-то Керри попытаются прессануть. Ну, Керри на самом деле много. Я не думаю, что у них есть какой-то вот супер план по поводу Керри. Я бы Веспасти не убрал среди последних событий. Это мага Сирена. А, вот да, так. Альянс не любит ее очень, потому что они сами знают, на что она способна. Останавливать файты в любой момент, они начинать. Они с ней выигрывали вот тот самый турнир. Тот самый. Да. Ну, правда, не последнюю игру, но большинство игр. Процентов 90, наверное, игр выигрывали именно вот с этим персонажем. Минус пак от Team Liquid. Так, ну и пак. Ну да, пак, в принципе, тоже понятен. Один из профильных героев С4. Я не понял, зачем здесь бан VR-ки? Вроде как хардлайнер уже имеется. Куда VR-ку должны были запускать? В триплу? EGM. EGM часто играет на Windrunner. Угу. Видимо, решили, что не нужен. Так, вот сейчас я говорю эту фразу. Анонс Старладера будет завтра. Да ты гонишь. И да, я слышал эти бесповоротно там уже раньше. Типа, да стопудово во вторник там или в четверг. В пятницу начинаем. Обязательно, в пятницу начинаем. И тут... Не, ну, в общем, завтра анонс Старладера свершилось. Даже я не верю. Я уже перестал в это верить. Я уже, вот когда я увижу новость, да, что она будет, и если ее не удалят еще через 10 минут, что было прекрасно, то я, ладно. Знаешь, типа, пока протираешь глаза, она исчезает. Да, она исчезает. Вот такой. За штуку баксов ты выдаешь. Я не сам ее напишу сегодня за штуку баксов, если посмотреть, и задам завтра запущу. Так что, это такое. Ладно. Смотрим, что там у нас дальше. Пика банят. Долго-долго думает TC. Это Клокверк для Liquid. Слушай, у них как-то вот много слишком таких героев, которые вроде как и прикольные, но больше ситуативные, мне кажется. Да нет, нормально. Timber Soul, судя всему, отправляется в мид у нас. Ну, стопудово Timber будет в миде, да, Клокер будет сложной. И, ну, они, в принципе, могут и наоборот постоять. Это уже будет зависеть от личных, скажем, предпочтений, да, каждого из этих товарищей. Но я почему-то думаю, что да, Клокер все-таки будет стоять сложной. И Визач. Ну, то есть, что осталось добрать? Осталось добрать у нас суппорта и Керри, естественно. Вот он, алхимик для команды Alliance. И я практически уверен, что это будет алхимик для Лоды. Алхимик суппорт? Я почему-то не верю в алхимика суппорта, именно у альянсов. Мы это вроде видели, я не помню точно, но кажется, это было. Причем не так давно, но по большому счету я думаю, что это будет все-таки тот самый нарезатор. Ты так смотришь, мне страшно. Прямо в душу. Маньячный взгляд, знаешь, эти... Будто где... Это как... Там из какого фильма? Это Большой Стэн, по-моему, да? Типа, ты видел вот татуировку? Да. На ягодицах. На ягодицах, да. Смотрит прямо, будто дьявол смотрит тебе в душу. Вот. Это Вилата плохо слышно. Вилата плохо слышно, надо прибавить. 50 секундочек дополнительного времени осталось. Устаем. А ты сказал, что ты пики ебаны? Да, я сказал. Просто. Ты решил напомнить? Напомнить. Может, кто-то только пришел и думает, что это повтор. Нет, это не повтор. Да, это все уже прекрасно знаешь, да, что уже куча сезонов все отсняли. А давайте сделаем музыку все повтор. Вот эту та-та-да-та перед каждым стартом Старладера. Что? Ну вот ну, я тебе и напел, типа вот этот пролет через врата вот эти. Witch Doctor. Ада. Witch Doctor. Вот это интересно. Вот этого парня я давно не видел. Офигительный герой. Это супер-убер крутой герой. Вот знаешь, он такой пертый должен быть, чтобы в драке было неприятно. Хотя, опять же, мы это обсуждали буквально недавно. Если драка идет без крипов, в любом случае наступает Полезен. Тотальный алис. Ну, если нету... Ну, понятно, да, что если есть боковая, там, в принципе, на любого героя, по большому счету, плевать. Но если действительно драка начинается без большого количества крипов, там, да, понятно, будут пеньки. Я практически уверен, что будут пеньки от Фуриона, но все же. Банка, она чрезвычайно такая тема задрочливая. Witch Doctor. Это яркое воплощение выражения лицо кирпичом. Ну, кстати... Оно плоское, когда нельзя просто, на нее только цемент кидать.
еще у него бородка такая стрёмная какая-то. А тут нормально творится в чате. Что у нас там? У нас Дреда, месседж дилет по большей части доминирует в чате. Ну да, месседж дилет это очень сильное. А кто? А, да, поставьте субскрайбер с чата и все. А так его нету, субскрайбер с чата. А, откуда это субскрайберы на Dream League? Это же Dream League, та самая Dream League. Да, тогда можно вообще в чат, наверное, не заглядывать, потому что там полный трэш сейчас должен происходить. Последний, припоследний бан. Треб банов. И кого из ребят? Смотри, есть Бэтрайдер. Он, скорее всего, отправляется в мид. Алхимик может исполнять роль саппорта, может исполнять роль мейнкерри, тогда... Тим Ликвид банит Рубику, то есть они уверены, что Алхимик будет играть на керри. Да-да-да. Но обычно, насколько я помню, альянсы брали героя для лоды всегда последним. Зачастую последним. Я не говорю про что-то там абсолютно всегда, но зачастую. И, возможно, это действительно Алхимик будет суппортирующий. Сейчас мы выясним. Ну, Киси не поверил в Алхимика суппорта. Возможно, это, кстати, и был маневр, да, чтобы вот взять Алхимика, чтобы народ подумал, что это будет суппорт Алхимик. Фигня война. Ну, типа, Mind Games и все такое. Это никто не отменял. На самом деле, это очень, ну, четкие вещи, потому что в результате это может вылиться, да, либо у Алхимика, который я не спрашивал, да, сколько вас, я спрашивал, где вы, да? Не спрашивай, сколько вас... Кто вы и сколько вас, я спрашиваю, где вы? Вот-вот, то есть это будет либо такой алхимик, либо алхимик, который там где-то стоит в сторонке, откидывает тучки, кидает станы и периодически умирает в драках. Это выясним. Очень мало бонус тайма осталось у Alliance, немногим больше у Team Liquid. Ребята, на самом деле, ответственно подошли к этим пикам и банам Alliance, задумались, это все-таки игра, значит, для них не вот так вот, типа... Пофиг. Ну, парни понимают, что проигрывать нельзя уж точно. Медуза! Вот это интересный выбор. Вот это герой. Ты спустил, что ли? Да, я быстренько тут передернул затвор. Ну, блин, медуза — это огонь. Слушай. Медуза — это огонь через 40-50 минут. Ну, через 40, на самом деле, она уже просто неубиваемая. То есть в течение там 25 минут 30 она набирает мощности, в которой она может теоретически драться, допустим, хоть как-то. Но через 40, если за это время ее не аннигилируют, она просто неубиенная становится. 5 seconds remaining. А, да, ну ты же играл на Медузе, когда я контракты выполнял. Да, да, ты помнишь, да, вот это когда нас били под тир 3, просто изничтожали, и потом я так вышел и пиу. Это Вивер. И Вивер, скорее, в роли мейн-керри. Да-да-да, Лода на Вивере, все правильно. Ну вот, видишь, все-таки неправильно подумали. Team Liquid. Сейчас я не понимаю, зачем кто-то пытается... Что-что-что? Модерить этот чат. Это я не знаю, как, типа, лодка, у которой вот такая дыра на тоне, ты так ковшиком отгребать из нее. Это то же самое. Такой сизифов труд, вот тот самый. Запалкивать камень бесконечно. Типа, сидит так там, я не знаю, 100 литров в секунду наливается, он так ковшиком вот ее забрал. Типа, ну спасибо. Титаник. И так ладошка еще выплескивает. Еще, да. Одной рукой ковшиком, ребята, и другой помогайте, ладошкой. Типа, там у вас еще две руки. Так, ну ладно, поехали. Пауза у нас от команды Alliance. Что у нас есть? Да, ЕГМ на Алхимике, Аки, Кристал Мейден, Лода, Вивер, Адмирал Бульдог, Нейчерс, Профит и С4 на Бэтрайдере. Команда Ликвид, TC, Медуза, Флафф, Инстаф, Уич, Доктор. Way to Sexy Visage, Бульбазавр, Клокверк, Койква, Тимбер. Всегда думаю, почему вы как-то странно называете. Я сейчас открываю вот эту табличку и называю по ней. А вы как-то в разнобой. Думаю, почему, типа, через одного? Зачем? Ну, потому что я непосредственно вот смотрю, там, кликаю на героев, там, и так далее. Так, вот он, золотой Рошан здесь. Das Gold, Touch of Midas. А тут у нас что? А тут у нас вот тот самый курьер с Dire Tide Corruption. Блин, я вот только-только... А, ага, бульдог, график, баг, рестарт. Ну, в общем, я думаю, у нас есть несколько минут. Как ты вообще относишься к тому, что вот в Дотан начали вводить вот эти там сокеты и прочую фигню?
Вот давай, вопрос на засыпку. Да никак. Я типа, знаешь, буду еще до сих пор, еще месяц или год буду от них в шоке, потому что не понимаю, что с ними происходит. Я только вижу постоянно какой-то новый айтем. Откуда он появился? Dire Tide, в который я не заходил в этом году. В прошлом году я зашел два раза, сплюнул, вышел. И в этом году заходить в него не собираюсь. Сплюнул после того, как вот напихунили по самое небо. Да я не понимал, что происходит. Какие-то тыквы и какая-то фигня полнейшая. Я вышел оттуда. Ну, в принципе, мне хватает обычной доты за глаза. Если я хочу поиграть в какую-то фигню... Не-не, я не говорю не про фигню, я говорю про вот то, что типа подожди, со шмотками сейчас... мне падают будет... какие-то рецепты теперь в папу. Да-да-да. Из них надо что-то крафтить? Да-да-да. Отлично, я не заморачивался. Я на шмот особо никогда не фапал. Ну вот смотри, в твою сторону, не-не, я не про это. Просто, например, у меня там один товарищ говорит, блин, доту превратили в какую-то фигню, что в нее теперь играть? А какая ему в болт разница? Там добавили что-то, не добавили. На игру это вообще никак не влияет. Ты понимаешь, такой плевок в лицо, когда тебе падает рецепт? И такой, какого фига? Да я же не заказывал рецепт, что за фигня? Не, ну, я не знаю, знаешь, на самом деле, это как, типа, человек, который хочет выцепить где-то негатив, он его выцепит. Свинья грязь найдет, знаешь, это выражение? Да, да. То же самое, типа. Из этого разряда, потому что я, на самом деле, не понял его утверждение по поводу того, что, блин, да дота там что-то вообще превратилась в какую-то хрень, я где понимаете? Надо кучу всякой фигни покупать. Блин, да ни в жизни ничего покупать тут не надо. Во-первых, все, что... Time to get angry with each other. Понятное дело, что все хотят больше плюшек. И те, кто не задрачивают плотно, тот же Dire Tide. Вот я не задрачиваю Dire Tide. У меня, опять же, есть знакомый, который там просто сутками залипает. Он там в день вывозит ведро вещей. Я за него рад. Искренне рад, но, блин. Некоторых так бомбит плотно вот по этому поводу. Потому что они не могут себе позволить там забудить этот Dire Tide. Там у них нету друзей, которые этим занимаются. У них нет друзей, их вот это бомбит. Да, но это вообще, ну, просто забей. Forever alone просто. Поэтому я вообще не понимаю, да, негативного отношения к тому, что доту просто делают какой-то более, там, не знаю, красивый, интересный и так далее. Потому что это да, это просто обычное разнообразие для людей, не надо к этому как-то по-другому относиться. Так, здесь ЕГМ, заезжает стан. Аки новый пытается цепануть Way to Sexy, пошел стан, тут уже подбегает лод, и, скорее всего, это First Blood. ФБ, да, ФБ здесь будет. Пытается отпиться лаской. Ой, да ладно, Way to Sexy, 3 хп, там даже 2 хп у него почему оставалось. Почему лод не пошел? Щемите его дальше. Потому что нет у него джимнейт атаки, а кулдаун на шукучах там просто целый год, и он пока добежал под вышку, ему быстро снесли все те его 492 здоровья. Valve сейчас делают очень грамотную вещь. Они типа дают возможность даже тем, кто не вкладывает ни копейки, нахоботить себе какие-то индивидуальные интересные вещи. Почему нет? Типа, это в любой игре было и есть. Много у тебя лишнего свободного времени, ты будешь в ней доминировать. Либо там иметь что-то уникальное. Нет у тебя свободного времени, нафига тебе вообще на это заморачиваться? Зашел, гонял пап или два, вышел. Какая тебе разница, у кого там сегодня был хекс? Не-не-не, ты ничего не понимаешь. Достаточно надо, дружить надо... с Денти, все, вопрос решен. Типа. Да, вот я же о чем только хотел сказать, что... Здесь Каспер, раз пеньки появились, раз хекс появился, типа... Спасибо Данилу за это. Да, поэтому... У кого играет зависть. Заводите друзей, да. Заводите друзей, да, просто дружить. Не имей 100 Dire Tide'ов. Ты смотри, у нас тут койку напрягают. Ну, кстати, койку-то грамотный, качается через Timber Chain, имеет он скилл на Escape, поэтому убить его не так просто будет. Особенно сейчас в третьем уровне его промаксит, то цепануть его здесь будет огромная проблема. Инвиз забирает Way to Sexy и выдвигается, пока не знает куда. Ну, вот это как... проконтролировали как раз-таки ребята из Альянса, они вот при помощи своего вот этого чумачичьего варда... Это курьер. На нем как раз вот Dire Tide эффект находится. Corrupted. Что, паутина типа? Да-да-да, он такой весь проклятый типа. О, надо Брутмазер покупать. Так, ну вот смотри, у нас тут Аки как раз таки видит, что свой ту секси. Гэм, он в принципе тут сейчас всех спалит. Подожди. Аки, это Way to Sexy видит Аки. Аки это не видит Way to Sexy. Way to Sexy как... в инвизе. Ну, какая нафиг разница, да, кто кого видит, что я хотел сказать, да. Так, у нас тут Флав продолжает развлекать Бульдога. Бульдог продолжает развлекать TCU. TC крипстат 10-3, 10-7 крипстат у Лоды. Но мы видим, что Бульдог как-никак элитный, опытный фурион. И, следовательно, помешать он может очень сильно. Смотрим. Что тут нормального будет напрягать? Ага, тут вот так вот залетает еще одна змейка. Да, то, что ману высасывает TC, это, конечно, чрезвычайно неприятно. Фурион особо не отличается большим манорегеном или же большим монопулом. Там на две пачки как раз-таки пеньков, потом наступают проблемы. Поэтому надо носить себе кларити всякие регулярно.
Смотри, здесь Цемка. Второй уровень, она прокачалась в агрессию, не стала качать ауру, тем самым помогать своему Фреону на... Кому вот нужен этот Фреон? Бульдог, у него своя игра. В плавках отправил. Да. Пеньки за 200, да. За 160, точнее. Пеньки за 160, да. Ну вот у Бульдога как раз-таки мана закончилась, и сейчас наступает вот тот самый... неприятный для него момент, если сейчас то этих пеньков получится как-то отсюда выгнать и не дать заблочить, хотя их сейчас слишком много для того, чтобы всех сейчас сразу выгнать. Воу. А вот станы-то, кстати, отлично работают на пенечков, и да, тем самым да, не да, дают ему шикарно отводить. Да, очень здорово, но спаун он все равно заблочил одним пеньком. Так, Фурион выбирает руну дубль-дэмэджа. Да, с дубль-дэмэджем он сейчас как раз-таки отходит, но дубль-дэмэдж ему вряд ли поможет чем-то непосредственно на лайне. Там линия еще не запушена в его сторону, следовательно, пофармить он толком не сможет. Лоды как? Лода 21 на 11 у него крипста, там ЕГМ взорвался, не получилось спустить у него на койку, и, следовательно, потерял койка, кстати, добрый не... запас. Подожди, нет, да, он не прокачал еще третий уровень, я заметил. Вот-вот-вот, вторая цепь у него только, ага, только появилась. Все грамотненько делает, с его выиграет. Главное, чтобы его здесь не цепанули. Ему вывести надо экспириенса. Он понимает, что на трипле вывести золото вообще никак не получится. Главное сейчас получать экспу. Вот немногие игроки это понимают на самом деле. И вот мы много раз, да, становились свидетелями этих тимберов, которые там через всякие вирлинг десы качаются. Но обычно это бывает в ситуации там 1 на 1 или 1 в 2. Но даже в ситуации 1 в 2 редко кто там качает цепь, тем более в 2 на третьем уровне. Стоит отметить. Так что Койкова тут действительно играет максимально сейвово. Он просто понимает, что если на него залетит алхимик с цепкой, то они шансов ему не оставят вообще никаких. Вот по поводу вайна в доте и сокетов. Вайн начнется тогда, вот когда Valve сделает такую штуку, что можно будет статы вставлять себе в сокеты, как в Диабло. Вот тогда будут проблемы. Задонатил себе плюс 10 agility и пошел на первом уровне убивать. Тогда я тебе могу сказать, что я официально прекращу играть в Доту 2. Официально, официально, серьезно. А сам втихаря будет там по ночам донатить и на первом уровне рубать их. Ну потому что это реально какой-то бред. Не, ну я, это шутка. Я уверен, что Valve, конечно, к такому не скатится, но я говорю, это бы был повод помашнить. А пока у кого-то там красочный лук или носки другим цветом, я считаю. Ну да, 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 я целиком полностью согласен. Так, у нас тут Клокверк отбивается от S4, не дает ему толком подлететь. Так, на тебе еще и батарейками в табло. Там, правда, алхимик караулит руну. Руну не дождались они. Рун появляется внизу, и это видит Клокверк. Ну, скорее всего, ее заберет сейчас бульдог с ТП, если, конечно, S4 до нее не доберется. А S4 сейчас просто своим пешком туда долетит. Тимбер Соу имеет 4-й уровень. Денег, конечно, у нее немного. По крипам у него все плохо. 3 на 0. Понятное дело, что он ничего не вывозит. Адмирал Бульдог, кстати, немногим больше вывез. Всего-то 10 крипов добил. Мидас появляется у Вивера, 6-я минута, есть Мидас Базилька и продолжает фармить. ЕГМ заряжает стан. Но понятное дело, что забирать его туда не пойдут. Слишком далеко, ЕГМ всего 3-й уровень, был бы ультимейт, может, глядишь, и можно было бы побыковать так за вышку, а? Ну да, 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 действительно, еще слишком зеленые игроки, в смысле герои, и поэтому лезть куда-то нет вообще никакого смысла. Понятно, да, чего добиваются альянсы? Альянсы добиваются того, чтобы затянуть игру в лейт более или менее, потому что есть Вивер и все такое. Но, блин, там же есть Медуза, Медуза, которая как бы почти не проигрывает, вот в чем дело. Медуза, кстати, собрала себе физы, никаких мидасов, ничего, а именно сразу фейсбут. Ну, может, она что-то знает, она будет действительно более-менее боеспособной Медузой. Ну, такое, 625 хп на 6 уровне, не самая боеспособная единица, и манапул у нее не такой большой, 200. Ну, сейчас какой-нибудь ультимейт орб купит, и статы поднимет себе неплохо достаточно. Ну, тут согласен, надо нафармить на этот ультимейт орб. Так, продает он. А, он сейчас решил сразу начать с персеверанцем. Ну, хорошее решение, в действительности, потому что можно спокойно идти размениваться по ХП. Постоянно можно закидывать эту змейку, потому что мало того, что змейка сама ману высасывает, а плюс еще и манореген будет достаточно неплохой. Все должно быть окей у Медузы. Ну, если кто не понял, да, я все-таки практически уверен, что это будет Лентинсфера первым артефактом. Тут на 99, наверное, процентов, потому что тут бы есть Бэтрайдер, который будет цеплять ее почти стопудово. Есть Алхимик, у которого очень неплохой стан. Ну и есть Цемка, у которой есть колба. Цемки, если, конечно, надо добежать для того, чтобы эту колбу всадить, то Бэтрайдер обычно появляется очень быстро. Цемка не помешает. Только сейчас узнал, кто модерит наш чат. Кто-кто-кто? Это Томас. Знаешь, это из той серии, когда один в поле воин, он такой пишет, что всех перебанил. Это, знаешь, под солба. С пальцев стряхнул так просто.
уничтожил. Банхаммер поставил в угол такой, типа. Мне кажется, что по сравнению с Томасом в данной ситуации Тор просто нервно курит в сторонке. Тор со своим хаммером. Тор и Локи шатают куроки. Да-да-да. Картинка была очень веселая в интернете. Ну что, Флав? Тут на центр прыгает, да, Бульбазавра поймали, и Бульба погибает. Здесь это First Blood для команды Альянс. Забирает он, кстати, ГМ. Один уровень остается ему до ультимейта. С ультимейтом этот саппорт становится еще и плотненьким танком, который может много-много дэмэджа с себя впитать. И сам еще и остаться живым, потому что такой реген сбить очень трудно. Да, и суппорт с таким регеном — это не самая худшая идея, которая может быть, потому что убить его будет очень сложно быстро, а если вы быстро не убиваете, он там успевает еще накидать всяких станов, потому что там кулдаун небольшой. Как, он вроде как и большой, да, это там 16 секунд, если учитывать то, что он там раскручивается 5 секунд, потом он еще станет 4 секунды, то между всей этой фигней проходит еще там буквально секунд там 5-6, и обычно, да, вот так все дело и развивается. Может быть, даже два стана успевает он за драку давать. Так, ладно, что у нас там у Койквы? Койква. Минута по нетворцу. Ой, по нетворцу, извиняюсь. По графикам 1000, преимущество Alliance по золоту, по XP то же самое. Но понятное дело, что тут большую роль сыграл First Blood, который только сейчас произошел. Это почти пятихатка плюс ассисты. Вот это почти 1000-то и вырисовалось. Ну и Мидас еще есть у Вивера. Не стоит забывать о нем. Откатился он сейчас с лода еще 190. Хоботнет здесь не у Мидас. ПТ, Базилия, 3 веточки. Что у нас есть у Медузы? У Медузы 1400 кольцо. Вот, скорее всего, теперь будет ультимейт торт. Не факт, что она будет покупать персиверанс. Ну, вроде демеджа еще немножко добавляет персиверанс. И ману регенит, вообще, опять да. же, не так немаловажно. Ладно, дело в том, что Тимбер там неплохо сейчас я начал чувствовать. Посмотри, что там у Тимбера сложно. У Тимбера сложно, уже появляется поинт бустер. Увеличивает его живучесть, причем достаточно серьезно. Так, нас напрыгнули на Аки. Аки минус. Хороший врыв от Бульбазавра, я так понимаю, в инвизе он был, да. На самом деле еще в медле погибает Твич Доктор, на сульт Фуриона пролетелся, и С4 уже добрал его через лосок. Кстати, у С4 появился даггер. На 10-й минуте есть ботл, буцы и даггер. Неплохой результат, кстати, для медла. Да, для 10-й минуты иметь даггер — это очень-очень хороший показатель. Правда, видим, сейчас тут как-то визор слишком агрессивно в направлении С4 действовал. Но я думаю, что все-таки сейчас улетит, да, у нас Бэтрайдер на базу, подрегенится. И в смоке, скорее всего, пойдет кого-то гангать. Потому что даггер реализовывать нужно, просто необходимо. Что ты там хихикаешь? Там уже даже Том из гопника превратился в чате. Там уже всем угрожает. Знаешь, когда типа общество сильно влияет на формирование личности. Да, это тот самый случай. Жаль, такого бойца потеряли. Там уже в Адидасе сидит и в 228 на крытышах кричит, кто следующий, на, подходи. Так, что у нас тут у Бульбы? Аур. Бульбазаур. Сейчас 9 уже скоро получит. Ту Секси на медле пытается получить свой 6-й уровень, наконец-то, чтобы фамильяры у него появились, лишний контроль. Кстати, связка-то хорошая, Тимберсол плюс Клокверк действительно в когах кого-то зажимает, одного-двух героев, туда же прилетает пила и очень много всякой гадости в виде станов, например, Вич-доктора, Маледик тот же в эту окружность промазать. Не, ну, блин, вообще в идеале, да, Клокверк должен стягивать пятерых, туда Маледикт, пила... Дуза обязательно кидает змейку. Проблема у Тусекси, что уровень он получил, конечно, но погибает. Ой-ой-ой, там ульта фуры очень сильно пробила, и он, собственно, и стан алхимика также. Треги Альянс начинают вести. Ну, так вот, вроде, раз суппорта отжали, два суппорта отжали. И действительно, погибли ведь только суппорты у команды Liquid, ну и Бульба, который клокур. Медуза приобретает себе все-таки ультимейт орб. Почти хватает на персиверанс. Тем временем он еще потихонечку подпушил вышку, которая осталась 470 хп. Постреливает он в нее, скажем так, хотя пинками не контролит крипов. Бульдог. Но это не мешает постреливать. Ну, видишь, хорошо, хорошо разбивает сейчас таур. Есть фортификейшн. Посмотри, что сделали. 138 хп оставили вышки. Вышку задонаить нельзя. Постоянно оставаться здесь вроде как тоже не вариант, потому что... Там есть фортификейшн, поэтому там хватит одного бульдога, который будет стоять у вышки. Если что, он прожимает одно ТП от кого-либо и вышку задонает. Поэтому, если бы не было фортификейшна, да, это была бы проблема. Отойти было бы от нее нереально. Ставится сентри на случай того, что...
А для чего ставить в центре? Чтобы вижен какой-то сбить? Или чтобы знать точно, что они... Возможно, думают, что тут орды стоят, чтобы понимать, видят их или не видят вот у вышки, под вышкой. Ну вот и Дуза сейчас подбирается, да, мы видим, тут подфармливает она мобков. 10 уровень уже, кстати, у Медузы. Медуза с лайна вообще не уходила. Топовые крипстации, если что, можно заметить. 102 крипа на 23 дуная, но пенетворс он, скорее всего, проигрывает. Так, да, вот он глиф. И... Дуза играет тавр, да. Это очень для нее хорошо. 1500 на руках. Да, приобретает рецепт, делает все правильно, потому что рецепт стоит гораздо дороже, чем Войдстон. Если Войдстон попроще. Так, пульба. Встает Коги. С4 пытались поймать. Здесь С4 успел улететь. Там Аталкимик отличный по двоим, но тут уже TC ульту прожал. Не дал забрать своих тиммейтов. Ну, на самом деле, забирать их там вроде как никто не собирался. А вот то, что TC сюда прилетел, это, мне кажется, ошибка. Сейчас бы он за то время, пока там Фрион спокойно себе развлекается с крипами игроков команды Liquid, то... Тут, кстати, тем временем, тут же вывезли уже Мидас, Фейзы, 1100 на руках. Ну, вот эту гадость, по-моему, как Нигнобе она все равно выформит. Я уверен, то, что да, вот у Бульдога есть какие-то средства заработка в интернете. Бульба в инвизе подходит, должен зажимать сейчас в Коги, батарейки есть, и, скорее всего, это проблема у Бульдога. Закрывает его, должен тринтов подвести, чтобы хоть как-то сбить батарейки, он этого не делает. Почему-то. Тоже немного не понял этот момент. Ну, возможно, растерялся. Возможно, просто... Где СС, ублюдки? Да, где СС? Что в Баби играем? EGM Reported. Форстап. Рецепт появляется у Клюкверка. И ту секси. Все вроде у нее неплохо. Мека приближается. Есть уже Баклер. Остается буквально вот сейчас 70 золота и появится Миказа на 15 минуте. Не самый поздний вариант. Это очень сильный буст для той же Медузы Мека. Да, вообще для Медузы сейчас любой буст на ХП, на МП, это очень сильный буст, потому что дэмэджа она вносит очень много в драке. Правда, сейчас, да, у нее конкретно нету способности вносить этот дэмэдж, потому что сплитшот тупо не качанный. Но не будем забывать, что игра еще не закончилась, и она не закончится еще в ближайшие минут 25, я думаю, так точно. А за 25 минут, в теории, TC может превратиться в машину для убийства. Вивер забирает тем временем вышку на топе у Лоды, также имеется почти линка уже, ну, не сильно он отстает от Медузы, но у него перед Медузой преимущество. У него есть Мидас, который, да, вот по каждые полторы минуты позволяет ему нахоботить. Вот я как раз хотел сказать, что по нетворцу вроде как Вивер впереди на 1000, по артефактам у него вроде как нету, да, особого перевеса. Но опять же, это Мидас, и это как раз таки учитывается в этот нетворц. Это все-таки 30 атак спида, это все-таки лишняя голда постоянно. Так что все весьма неплохо для команды Альянс. Ну и вот они цепляют койку. Вот так по одному на самом деле они сейчас тут ловят игроков команды Liquid, и Ликвиды тут вообще без шансов разваливаются. Постепенно, опять же, да. Я не говорю, что сейчас они уже проиграли, потому что массовой драки еще у нас ни одной, по факту, не было. Ну, на самом деле, просто реализуется бэтрайдер здесь очень хорошо. Каждый ультимейт ПКД, он пытается кого-то выцепить. Нет времени, которое он проводит там в лесу, на фарме или еще где-либо. Он постоянно пытается цеплять. Ну и что здесь? Будет ли врываться бульба на кушоте? Врывается, закрывает он здесь ЕГМа с дабл дэмэджем. Выталкивает его сейчас как грамотный С4. И сколько? 6 секунд не дают. Нет, спустил все-таки на бульбу, но посмертно. Не, нормально, на самом деле, поймали здесь ЕГМ, а Бульба тоже красавчик, не растерялся. Доля агрессии здесь была действительно весьма уместна от команды Liquid. И опять же тут появляется TC. TC уже с линкой. И вот мне кажется, надо бы потихоньку нагнетать уже обстановку. Хотя, опять же, без сплитшота, без еще хотя бы одного артефакта, это делать достаточно сложно. Хотя, я думаю, что Ликвидам не особо стоит торопиться. Да, конечно, там есть Вивер, но они же знали, что там как бы будет керри-герой. Брали Медузу с расчетом на то, что в очень сильном лейт-гейме она будет вывозить им. Поэтому сейчас им не стоит напрягаться. Вот единственная проблема, сейчас Медуза запустила змейку, и все крипы стали денайбл, их Вивер забрал, ничего не досталось. У Медузы появляется Magic Wand. Решил все-таки... Да, там раскатов на самом деле много, те же стаки от Бэтрайдера будут постоянно заряжать стик, поэтому я думаю, что это необходимый артефакт против Бэтрайдера. Должен само собой. Частенько. Ну вот и форстав, да, уже у С4 урна появляется, кстати. Больно ЕГМу сейчас прилетело. Так а что ему там прилетать? Это же суппорт алхимик. Ну...
Ася, так Бульба. Нет, он был в смоке, думал, опять в инвизе, думал, чертяка. Пёртый Криса. Пошел опять кого-то цеплять. А вот, кстати, сейчас, возможно, и цепанет. Да-да-да, если сейчас ЕГМ опять же выйдет чересчур далеко, то он сильно рискует поймать вот этот вот крюк. Показывает на ЕГМа. Угу. Если бы посадили фамильярчиков, то, скорее всего, бы ЕГМ скончался. Вот это вот «если бы да кабы». Смотри, еще и Койква продолжает набирать плотность и купил себе Клоаку, понял, что много очень там магического урона на данный момент. И куда он делает ТП? Делает ТП он под фонтан. У него появляются арканы, кстати. Ну, понятно, что это заявка на Блудстоун. Да-да-да. Слушай, а вот может быть Ликвиды сейчас решат включить команду? Да, цепляют. Сбили линку. Огромные проблемы у TC. Здесь Новый год кастует. Аки сбили станом. Очень сильно дэмэдж он получает. Закрывает его в когах. Аки развалился. TC пока что живет. Выталкивает его форстафом. Нет, получает рассказ. Все же скончался. TC. Размен-то 1 в 2. Если отсюда уйдет Флуф. Флуф уходит. Линка появляется у Вивера. И драка 1 в 2. Единственная проблема, что убили Медузу. Проблема в том, что Медуза не нажала ульту, ее очень долго истязали, но, я не знаю, видимо, решил сэкономить эти 200 маны для того, чтобы чуть дольше жить, игрок команды Liquid, но мне показалось, что надо было прожать эту ситуацию ульт, опять же, хотя бы для паники, потому что ульта заставляет отворачиваться, разворачиваться, как-то мансить, потому что там время, сколько, 2 или секунды, в общем, или 3, я уже не помню, да, 2 секунды общего времени, если вы смотрите на эту Медузу, а 2 секунды это фигня. Да, чуть замешкался, и вот и 2 секунды. Там, кстати, падает Рошан сейчас. Альянс его забирают через медальку Acid Spray. Минус 10 армора. Это очень-очень больно Рошану. И фамильяры зачекают это дело, но поздновато. Падает еще один фамильяр. Посадили на лоду, но... ничего не смогут. Да, ничего здесь не смогли противопоставить Альянсам. Но и 5-5 вроде как счет... сверху. По графикам, правда, да, Альянс впереди на 4000 по золоту, по XP также 4 куска выигрывают. Да, тут есть Медуза, никто не спорит, но Медузе надо еще очень много времени, хотя бы столько же провести в игре, в активном фарме, не просто в игре, а именно фармить, чтобы давали, потому что просто в игре ничего не изменится. Да, потому что с одной линкой эта Медуза, скажем, мягко говоря, не слишком полезна, ведь урон от после ее ульты входит только физический. Даже бонусный физический, это вроде как неплохо, но все равно физического урона здесь нет много у Ликвидов, хотя есть вроде рейнджовый визадж, рейнджовый вич-доктор, который просто даже если будет бить с руки, с бонусным уроном, там будет неприятно, да, делать вражеским товарищам. Ты это сказал, вражеские товарищи. Вражеские товарищи, это как типа свой игрок в чужой команде или чужой игрок в своей команде? Ну типа того, да. Смотри, что тут вытворяют эти альянсы. Фармят эншентов, правильно делают, ЕГМ почти 11 уровень апнул, вот теперь у него реген будет уже похлеще, и даже несмотря на его малое количество хп, убивать его будет проблематично. Да, если его сразу не забурстить, будут очень большие проблемы. TC. Сначала наконец-то Ароуну тут... Это 50% дэмэдж только залетает, фармит он големчиков. 1100 на руках, но вот упал у него, конечно, скорость фарма, уже на 4000 его обгоняет Вивер, а это много для 21 минуты, это, грубо говоря, какой-то артефакт сильный. Ну что, есть 4. Можно пытаться вот спануть, полетел стан, пытался заэвейдить, будет ли... Банка не в ту сторону прыгнула банка. Кстати, я не помню, вроде как в первой доте банка исчезала, если ты от нее уворачивался. Во второй, опять же, насколько я помню, она долетает почти в любом. Отличный хукшот, выталкивает его, правда, но и как догонять-то? Вот теперь уже его не догнать. ЕГМ регенится нереально быстро, 51 хп в секунду, он входит, впитывает в себя очень много дэмэджа и не напрягается по этому поводу, потому что за 10 секунд он все отрегенит. Начинают наваливать по тавру. Я бы на месте Медузы выключил стрелы. Ну, чисто, чтобы побольше дэмэджа вваливать. А это все. Ну, согласен. Что-то там рассказываешь, что стрелы включать. Что, трайхард, что ли? Ну, стрелы включать, включать. Там кнопка есть специальная. ЕГМа зажимают, смотри, будет ли форстаф. Да, выталкивают форстафом. Ты продолжает сейвить своих тиммейтов. На самом деле, очень прикольный был момент. Я вот еще в прошлой драке хотел сказать, когда поймали Медузу, что линку ей сбивали через ульту Фуриона. Для того, чтобы С4 мог просто прыгнуть и схватить. Это было действительно очень прикольно в плане тимплея. Посмотрим, будут ли дальше продолжать использовать такую фичу.
Ну, Ульт Фурион — это такая штука, то может и не прилететь в Медузу. Ну, скажем, все-таки вероятность больше, что он залетит. Вероятность больше, но потратить нечаянно лосо, когда он залетел, будет очень так это чревато последствиями. Да, да, возможно, вот мы что-то подобное и увидим, какой-то подобный фейл. Инцидент. Да, да. Изолятор появляется у Вивера, это очень больно сейчас будет. Атак спида, у него огромное количество, у него много клинка, ПТ, еще сейчас дезолятор, он наваливает очень много дэмэджа сейчас и без него. С ним же будут огромные проблемы. Урод, опять у Егэма. У Егэма есть ультимейт. Вытолкнули. Хватает, чтобы включить ультимейт, он начинает регениться. Очень трудно его убить. Ой-ой-ой, баночка-то, баночка! Залетела. Вот он налетел. Тоже минус 100%, минус 2. Есть. Флуф там радостно танцует. Поставь свой посох. И Drummond Bass. Да, Флуф там этой баночкой только что очень много скажем так, нервов попортил. Это Фурстав, вытолкнувший алхимика в упор. Нет, ну S4 сколько его сейвил. Вот, собственно говоря, карма как бы и настигла. За двоих насейвил, скажем. Да, 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 насейвил. Так, тут на слота бегает, кстати. Ну как, по TC неплохо прилетает, скажем так. Хотя не сильно его пробивает лоза. Вообще откровенно говоря. Не пробивает, я бы сказал. Пока есть мана у TC, лода ему вообще ничего почти сделать не может. Но это опять же, пока есть мана. Да, мана сейчас с Берлинку закончится. Нет, нет, мана еще много, еще 400. Это больше половины. И регенится она с хорошей скоростью, 6,8. Это Саманта Стайл будет еще больше мана реген. 24 минуты игры позади. Графики скаканули до 3000. Все упало. Немного отыгрались. Ребята по экспет также. TC продолжает фармить. Ну, нужен Манта Стайл срочно. Да, просто нужны артефакты Медузе. На самом деле, тут даже нет какого-то, да, четкого алгоритма, какие артефакты когда нужны. Просто нужно как можно больше айтемов. Это Манта, Скади, Баттерфляй в любом порядке, в любом количестве, но... Вот, чем скорее, тем лучше. Так, там у нас Флафа вытащили, да, и Фойфа убегает. Ну, Флафу отомстили за прошлую выходку. 5 секунд осталось Аегису. Баночки там были неплохие. Поставил банки команде Альянса. Банки, да. Да. Конечно. Банки! Типа, пытки. Да, пытки, когда жена там мужа поставила банки и протроллили Америкозу. Это было отличный, да, троллинг в исполнении всех. Лобанова и... Романенко. Я даже помню еще, сколько я уже... Так, прилетает на топ Фурион. Будет Дефит Тауэр. Я вряд ли его придется снять, потому что Бурго не пришел его сносить. Здесь Тауэр дестроит бай... Да, это кто забрал Тауэр? Внизу вышку забрали. Внизу, я понял. Лода. 2500 на руках после дезолятора. Ай-яй-яй. Там Бульба почти с Аганимом. Вот это ай-яй-яй. Там ведь начнет летать вообще просто не по-детски. Бульбы нет маны вообще. Ну потому что его некра уже пилят добрых секунд 10. Летел Фурион. Форстафик. Форстаф. Ну и отбегают, отбегают. Тут некра еще форстаф налетит. Иди догоняй. Правильно, правильно, смотри, вот он, Вариор. Пятикапочка прилетела. Кстати, вот, почти ровно пол хп. Так. Ой, какой фит и больно прилетает. Тут прилетел ульт Фурион, еще тычки от Вивера, и буквально с 4 тычек он оставил 300 хп. Да, там по 224 с удара влетало по койкве, и это тревожный знак. Это не криты. Это не криты, да. DC. Совсем скоро появится очередной ультимейт орб. Прибавится у нее и мана пул, и хп. Но он станет достаточно толстым. Вопрос, кто будет убивать. Дэмэджа сейчас не так много. Тревела появляются у S4. Кстати, по киллам-то ликвид впереди. 7-6. А тут блин, график, погоди, я завтыкал в плане физического дэмэджа. Там ведь Десвард физикалом валит. Ну да. Правильно, под ульта Медузы, это просто нереально. Это здорово, но это надо реализовать, понимаешь? Могут выцепить либо Медузу, либо того же Вич-доктора. Но в том и дело, что для того, что это реализовать, на самом деле, ну не так уж и сложно. Просто жмешь одну кнопку, ждешь, пока хоть кто-то закаменеет, ставишь рядом с ним Десвард. Этот чувак будет мертвый почти моментально, потому что с этим бонусом, который, сколько там, 30-40-50 вроде было? Да, 30-40-50% в зависимости от уровня прокачки. И так у этого варда ДПС просто terrible-terrible, потому что 60 урона с частотой вот атак с every 0.25 секунд. 4 атаки, 240 ДПС. Нет, это много, я не спорю, но там смотри, там есть колба, там есть лассо, там есть банка, там есть стан алхимика. Это все сбивает...
Ну вот сейчас посмотрим, как будут использовать это альянсы. Будут ли это они использовать для того, чтобы быстро зафокусить медузу? Или все-таки учтут, что там еще есть ВД, который мне кажется, альянс не глупый, прекрасно понимает, что ВД выдаст гораздо больше дэмэджа, чем медуза сейчас. Если его фиксануть, то станет немного попроще. Банка ровно в лицо залетел в медузе. Ну... Ее рубин еще глубже. Тут да, тут немного неприятно. Так, ну и. Визаиш забирает тауэр. Он поставил эдит уже к TC. Да, вот это хорошо. Драться пока я так понимаю не собираются. 30 минут игры позади. Есть два артефакта уже у TC, которые позволяют вроде как уже принимать некое участие в драках. Рошана отжали. Голд Рошан прилетел к Бульбе. У Бульбы появляется огонечек. 13 уровень, но это не отменяет кулдауна в 12 секунд. Рейнджа доль больше, чем достаточно, чтобы врываться и инициировать. Ну что, Рошан совсем скоро появится, буквально минутки две, наверное, осталось. Так, я смотрю сейчас вот деньги и графики. Графики по деньгам и по XP. Видим, что продолжают альянс набирать потихоньку преимущество, но, опять же, это все... пока еще не значительно, потому что эти цифры, они еще ничего толком не показывают, так как артефакты у ликвидов очень неплохие, там те же аганимы и опять же медуза уже с мантастайлом еще, так что будет очень сложно с этими товарищами. Не стоит забывать, что Alliance очень хорошо проводит драки 5 на 5. И... да, опытные ребята. Опытные ребята, очень тимплейные, хорошо сыграны и позволяет использовать преимущество даже небольшое по золоту, множить его во много-много раз. Потому что действительно умение драться хорошо 5 на 5 это гораздо больше, чем иметь преимущество там в 3 или в 4 тысячи золота. Вот Сейндж появляется у ЕГМа. Конечно, он будет собирать алибарду, да, чтобы затыкать единственную физику дамагера. Смотри, 4 запрыгнул. Какая баночка отлично залетела. Не успели, повесить Маледикт, успели навешать урну. Хукшотом чуть-чуть не дотягивается здесь Клокворк. Если бы дотянулся, это был бы минус. Там, если хоть чем-то попали, это был бы минус. С4 просто скорость кошки, реакция Мангуста. Успел уехать на форстафе. Так что тут ему на самом деле повезло, то что он ушел. Если там его пилой зацепило, хотя бы чуть-чуть, его Маледикт мог очень неплохо продамажить. Ну или Клокер действительно что-то бы попал, чтобы уже наверняка он никуда не ушел оттуда. Рошан прицепился. А, это смог сейчас будет. Стяжка должна быть. Ребят, кошка. Пилилоди. 8 блудстоунов, и больше ничего. Есть сапог. Может, надо необходимо сейчас собраться в какой-то армор или ХП, потому что мало ХП. Понятно, что у нее есть пассивка, но пока она настакается, Вивер уже успеет очень много надамажить. Ну, этот С4, он просто такой... активный. Какой то там агрессив. Прилетит, то там прилетит, там поймал, почти, там почти, тоже везде почти. Но пока что счет 7-6, это 32-я минута. Да, не самое, скажем так, экшен дота по киллам, но передвижения по карте идут нон-стоп. Так, ну и вот он уже Адмирал Бульдог, который стоит сейчас на Рошанчике. Он вышел, посмотрел. Ничего нет. Да-да-да, где остальные? Один кошка. Сегодня. Кошка, напиливай. Минус. И что, ребята идут вроде как агрессировать. Ой-ой-ой, вот это уже сильно, да. Это очень серьезная заявка, потому что дамаги-то у Вивера. Смотри, как быстро падает тауэр сейчас. Видите, уже фортификейшн, потому что онлайн понимает, что он упадет за 10 секунд. Тем временем Бетрайдер на топе забирает Т2, и это будет размен товарами, фортификейшна нет, и, судя по всему, онлайн будут отдавать там. И забирает его Визейш в очередной раз. Так, там еще и Адмирал Бульдог прилетел сейчас на верхнюю линию, следовательно, ну, никуда надо уходить. Любимая стратегия. Green Dude's top thing is about to get knocked over. По-моему, они, у них все время в голове кричащий голос Володи с Intel Challenge. Просто бей бараки! И такой трек стоит закругленный у Адмирала Бульдога. И он постоянно идет. А что-нибудь, неужели они будут разменивать сторону на Рошана? Мне кажется, это не равно. Это вообще глупая будет затея. Причем альянсы прекрасно понимают, что это действительно глупая затея для команды Liquid. А альянсы относятся к тем людям, которые, опять же, да, читают у нас чейнджлоги. То есть они месяц сейчас рыжевый барак. И они его снесли.
Бульдог сейчас. Бульдог. Очень много дэмэджа. Вряд ли он отсюда уйдет. С4 надо еще цепануть. Бульдог-то минус, 100%. С4 нужно не отпустить отсюда. Он тут по скалам, по районам. Где-то высоко-высоко в горах. Так, смотри, там сколько дэмэджа получает сейчас Аки от Медузы. Аки еще буквально тысячу. Получает Аки эту тысячку. ЕГМ должен давать стан. Фамильяра, да почему же не посадить-то сейчас на ЕГМа? Смотри, там бульдог выкупился, прилетел за DC. Там сели, кстати, фамильяры. Ой-ой-ой-ой-ой. Кончилась мана, называется. Да, вот его распечатал. Другому не сказать здесь. Да, и птица одна еле-еле живая успела улететь. Но это Рошан для команды Alliance. Тут грубейшая ошибка была от Ликвида. Надо было либо туда идти, а не вот растягиваться на два фронта. Они вроде пытались, да, и рыбку съесть, и на те самые стулья сесть. На все стулья сесть сразу. Да, да, да. Так что тут... В итоге съели не рыбку, а... Да. Что плохо получилось для них? Плохо получилось, очень. Флаф энд Стаф, и скоро появится Аганим. Это, конечно, очень сильно изменит положение масс-файтов, но будут ли масс-файты теперь? Нужны ли они Alliance'ам? Типа Alliance'ам... А они все, они вот так сейчас будут крысятничать по полной программе. Это стратегия, она рабочая. С таким-то вивером, с таким фурионом, да, очень. Смотри просто, что вивер делает с вышкой. БКБ появляется из 4. А что, 9 секунд нет Медузы, они это прекрасно понимают и прекрасно понимают, что там нет фортификейшена, с крипов проблемы нет. Они могут зайти на ХГ и сделать там несколько тычек этой вышки. Да, тут С4 пилотирует. Рассекает С4. Посмотри, что с этой вышкой делают здесь. Я и говорю, ему достаточно будет этих нескольких секунд, чтобы смести ее. У него есть Аегис. Может размениваться на эту сторону, если они две стороны забирают, это уже... Ну, с учетом наличия Фуриона в команде, это практически победа. Да, с наличием Фуриона в команде и одну сторону терять не слишком приятно, потому что мало того, как ты одну сторону дефишь, постоянно на второй вас кто-то напрягает. Это еще при всем при том, что надо выходить как-то драться и драки проводить результативно, а делать это в меньшинстве не так уж и хорошо получается. А что у нас здесь? Здесь у нас... TC. Ну, TC появляется Demon Age и спасет сейчас игру только рапиры, наверное. Как ты думаешь, она ли намечается? Но я бы купил рапиру. Ну, мы это понятно. Нам-то только волю дай. Насобирали бы первым артефактом. Я такое уже делал, да, когда вот в той, кажется, же самой игре, когда у нас... У тебя был бы ратрум, который отвлекал все время. А, ты уводил прицел на себя. Уводил прицел, да. Минут носился по карте, как дебил. Огребая то там, то тут. Ну ничего, зато потом появилась рапира, да, и мы выиграли. Бульба находит бульдога. Вопрос, хватит ли силёнок, чтобы его сейчас прессануть. Хукшот попадает в бульдога. Понятное дело, батарейки. Форстаф он выталкивается, третий некры. Ну и все, на этом все закончится. Бульба отсюда уходит. Да, бульба просто сваливает. А тем временем на поты. Вытаскивает TC. Кастует ультимейт. Аки сбивает его. И вот пошел сейчас ультимейт от Вич Доктора. Очень много дэмэджа. Это та самая ульта. И посмотри, как мог давать залетает ЕГМ. Но ЕГМ выжила. Пульпа Заур просто разваливается на мелкие части. ЕГМ под ультой просто вытанкнул. Да, ультимейт лапа. Это ГГ. Это ГГ. Не было Аганима, я так понимаю. Да, Аганима не было. А был бы Аганим, лишь бы все что-то изменилось бы. Но ЕГМ с таким регеном танковал этот дэмэдж. Как сказать, если был бы Аганим, то в лоду бы залетал ульт того самого Вич-доктора. Ну, лода быстро мувится за какой-то радиус. Так он ведь в когах стоял. Он ведь не мог никуда сдвинуться. Даже если бы убили лоду, здесь не сильно что-то менялось. Ну вот, там есть мало Фурион, ничего там бы случилось. Есть Фурион с Хексом, есть С4 достаточно старенный уже. То, что вытащили TC, нанесли очень много дэмэджа, ему вышли... Проблема, да, в том, что именно тот герой, которого они должны были бить все это время, били все это время. Да, вместо него он просто бы пошел, подставился кто угодно. Тот же Клокерк, пользы было бы намного больше. Хотя Клокерк бы и рассыпался там тоже в долю секунды, так что не думаю, что он бы танковал так долго, как тот самый Тайлер Кук. Остается один мидл, правда, мили-барак на топе стоит. Ну, лайн пушится, как бы, и ребята, понятное дело, что сейчас уже преимущество перевалило за 15 кусков по золоту, 14 тысяч по XP. А лайн с такой не отпустят. МКБ появляется у вивера, и вышки начинают падать еще более быстро. Цепляют здесь флуфа, увозят. Ну да, ему там вивер объяснил, чем о чем. Вивер забирает очередной тавер. Да, тут на самом деле Альянс уже, я думаю, безоговорочно победили. Дальше-то у нас будет игра, я думаю, поинтереснее, да. Хотя не сказать, что это было неинтересное, но там принципиальное противостояние.
Я уверен, что ребята к этим играм подходят очень серьезно. Кстати, я вот эту ситуацию, когда с Рошаном, хотел уже так сказать, да, там сейчас, например, Дэнди смотрит и говорит: «О, я такую фигню видел! Я такую фигню видел! Пройденный там!» Да-да-да, когда там разменивали стороны. Посмотрим, может быть, действительно там сейчас у нас будет еще какая-то суперпотная игра. Хочется верить, даешь 60 минут, 70-70 по килам. Но я за такие игры, я не вот за 40 минут, 9-12. Ну да, 21 килл за 40 минут как-то не особо смотрится. При движении по карте было много, и попыток гангать да, было да. Достаточно много. Игра на самом деле еще не слишком скучная, потому что тут действительно команды что-то пытались сделать, какие-то размены действительно интригующие были. Ну, а эта игра намного скучнее. Так, у нас там утащили визажа. Визаж. Там, кстати, отличные баночки залетели от Вич-доктора. Там, кстати, так, еще бульдог сейчас очень сильно просел, успел вызвать некроп. Тиси начинает сворачивать всеми стрелами с нами. ЕГМ, ну вот ЕГМ просто танкует. Ему реально просто плевать. Сейчас посмотри, там мода развалил трюшную калитку Вич-доктора. Ну и от этой... У Тиси кончилась мана. Если Лода сейчас начнет его бить, так... если я начну стрелять, говорит Лода. Тут все, в принципе, лягли. Ультракилл. Ультракилл только потому, что медуза ориентировалась к фонтану. Да, так бы действительно, думаю, рампашечка могла заехать. ГВП побеждает команда Альянс, тем самым они себя оградили от вылета из этого группового этапа. Ну и стали чуть выше, чем Virtus Pro. Ну вот, да, ты повторил то же самое, что я сказал. Ну... То есть ты решил подчеркнуть, да, вот? Заголовок. Вплотную к лидерам. Так, ладно, все, прекращаем. Друзья, у нас небольшая, буквально 5-минутная пауза. Действительно, через 5 минут по плану должна начаться следующая игра. И мы увидимся с вами совсем скоро. Сейчас немного музычки и никуда не разбегайтесь. Альянс Нави. Альянс Нави. Альянс Нави. Нави Альянс. Андрей, выключай камеру. Бесстыжие рожи.